Соревнования по народной гребле проходили в зачет республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни». В чемпионате приняли участие 10 сборных команд из разных городов и районов республики. Спортсменам предстояло пройти дистанции в 500 метров для женщин и 1000 для мужчин. Абсолютным лидером среди представительниц прекрасного пола стала краснокамка Вера Исмагилова. В напряженной борьбе ей удалось опередить соперницу из Алишевского района на 1 секунду. Я заняла первое место. В принципе, соперники были довольно-таки сильные. С каждым годом они все набираются, видимо, опыта, набираются силы. Кто-то тренируется в спортзалах, кто-то тренируется на речках, кто-то живет в этих лодках. И вот, но в то же время мы, как сказать, уже так это, в этом уверены в своей победе. Поэтому... Ну, сами соревнования, какая дистанция была, как тяжело ли было, с какими трудностями пришлось? Ну, женщины плыли 500 метров, мужчины плыли километр. Вот. Тяжело было только в том, что соперники были тоже настроены на победу, и погода. Там ветер сильный был, в лодку сносило, постоянно выходили мы за эти ворота, к которым мы должны ехать, то есть мы должны по коридору плыть и в коридор зайти в свои ворота. И также постоянно сносило, штрафные очки обычно за это присуждают. И вот, но мы старались все это, как сказать, как по правилам, оплыть буёк, приплыть в коридор, опять зайти в свои ворота. И все это намного быстрее, чем сделали бы наши соперники. В состав сборной Краснокамского района вошли 6 спортсменов. Бронзовыми призерами стали Ольга Изилаева среди женщин и Рустам Шакирьянов среди мужчин, которым не хватило всего полсекунды до серебряной медали. Иван Белоусов принес в копилку района 4-е место. Еще 2 участника также вошли в 10-ку лучших гребцов. Нужно сказать, что все эти люди универсальные спортсмены и принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта. У нас каждый год проводятся соревнования и по лыжному туризму, и по летнему туризму, и по плаванию, и по лапте, также вот по народной гребле, вот, и по лыжным гонкам. То есть везде мы участвуем, за Краснокамский район города выступаем. Сейчас каким-то соревнованиям уже готовитесь? Сейчас я пока нахожусь в декрете. Особо маленький мне не дает поучаствовать. Вот. Сейчас вот в сентябре, дай бог, выйду на работу, опять возьмусь за, как сказать, за спортзал, за плавание, и этот начнем дальше. Поддерживать. Приносить. Да, приносить медали в Краснокамский район, отстаивать честь. Таким образом, в общекомандном зачете в 2 раза, опередив соперников по количеству баллов, краснокамцы получили высшую награду и будут бороться за победу в спортивных играх «Башкортостан за здоровый образ жизни».